Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это планшет Samsung Galaxy Tab S6. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве войти в безопасный режим. Если вы вдруг схватили вирусняк, он вам поможет. 100%. Ну, не 100, но практически всегда помогает. Итак, вначале вам нужно сделать очень главную, самую главную вещь. Это одновременно нажать на кнопку питания, вот здесь она находится, да, на кнопку Bixby уже, можно сказать, и кнопку уменьшения громкости. Видите, они вот так располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Нужно нажать на них и удерживать. Итак, раз, два, три. Нажали и держим. Итак, появилась вот такая вот у нас менюшка. И мы нажимаем на кнопку выключения и держим. Затем у нас появляется вот такая вот надпись «Безопасный режим». Нажимаем на нее и ждем, пока наш телефон, то есть планшет, перезагрузится в безопасном режиме. Ну вот и все, мы с вами уже в безопасном режиме. Как вы видите, никаких приложений в этом режиме, по сути, нестандартных нет, да, то есть тут только то, что предустановил именно Samsung, даже то, что Google поставил какие-то виджеты, даже они не работают, да, то есть тут только предустановленное приложение, только и исключительно предустановленное приложение. Но если вы вдруг хотите какое-то приложение удалить, заходите в настройки, допустим, вирусное какое-то приложение, находите приложение ненужное там и удаляете его, и это не заставит ваш планшет страдать. Ну, в принципе, все. Для того, чтобы выйти из режима Bixby, из безопасного режима, нужно нажать на кнопку питания и уменьшения громкости и удерживать. И нажать кнопку перезагрузить. Все. Осталось только подождать, пока планшет загрузится в нормальном режиме, и все. Ну вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч. Пока!